Уйди, братан, уйди. Не поедем. Здравствуйте, можно, пожалуйста, срочно полицию вызвать? Вот гражданин не русской внешности, я с ним на такси поехал, он говорит, у него граната в машине. Да. Я вот сейчас с ним прямо нахожусь в машине. Владивосток. Прям вот он сейчас сломан здесь. Улица ближайшая, это вообще Бородинская, сейчас на остановке стоим. Я не знаю, прямо вот здесь остановка, он, я вот сейчас вот здесь не держит машину. Вот, вот он, чурка, вот он, у меня держишься с машины, вот он. Вот, чурка меня на телефон снимает. Вот, это чурка, он бородатый, он такой же, как в Коркусити, такие же, вот он такой же прям, вот. Вот он прям сидит, он прям на меня смотрит злым взглядом. Вот такой же.